кусает. Странно, все же как-то заскочил в лесок посмотреть. Может, маслята или там еще что-нибудь. Вон какой-то халцедон. Ну, очень тяжелый. Ясно, что корундовая порода. Потому что это район Калташей. Посмотрим. Ёлки. Зеленые. Ага. Накопали. Вот что значит ориентироваться по-старому. Знал, что тут ям этих нет. А уже есть. О, какая длинненькая стала. Интересная. Кобгема. Это ребята, видимо, со слета хиты копали. Ладно, посмотрим. Ну вот буквально 5 минут и неплохой образец. Вот мне нравятся маленькие щеточки. Что-то в них есть. Так. Кому придется копать на копе гема. Вот светлая порода. И такая красноватая. Комары проглотил, так что вот по-любому красноватый найдете. По-серьезному работали. Как они, казенные, что яма называется. Красная маркиза. Пигматитики. Пигматитовая жила. Кусайте. Куртку не одела, футболки они со всех сторон дрючат. Какая мазь не помогает.